Ну, на самом деле, конечно, вот, например, даже по стоп-клубу, я скажу, уже 5 поколений прошло. Угу. То есть по стоп-клубу 5 поколений прошло. А по ведению и по всему уровню, то есть вот старички, которые старая гвардия, да, то есть они, конечно, профессиональнее относятся к тому, что они делают. То есть даже одни и те же шутки они делают, ну, круто. Ну, у нас есть, скажем, топовые ведущие, которые любое мероприятие поднимают, ну, на 150%, если этот человек работает, то это круто. А то, что касается молодежи, я пока для себя никого не нашел, который бы я сказал, блин, крутой вообще. Угу. Прямо есть потенциал, будущее. Ну, не в силу того, что я там, не знаю, иногда посещаю мероприятия, само собой, но, как правило, я их не вижу. То есть они не могут тебе показать. Не цепляет это, да? Ну да, то есть где я вижу кусочки, ну, пока не так, чтобы это прям... Вау. Хотя хочется что-то увидеть. Там иногда вот хочется талантливого человека пригласить к себе там, на мероприятие, там, в том числе там, на стоп, когда мы вот, приглашаем молодых начинающих, бояться. То есть у нас есть в Тюмени уже 4-й год проходит премия «Призвание артиста», отборочные туры. В 8 номинациях очень мало кто заявляется. То есть приходится как бы дополнительным звонком подтвердить. Стимулировать. Да, стимулировать. Ну, чувак, ну ты что, давай.